не с маленьким, а немножко чаще получил. Вирджил. 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 Вергилий, блин. Mother? Мать. Ну, кстати, ничего, у него пальтишка такой, модный. Ну и плащик, точнее. Так, надо субтитры включить. Оп! Что это за место? Офигительное место, Вергилий. Ты можешь драться, да? А, он типа вот этими. Ага. Ну и все, разобрались, я уже могу удраться. Почти. А, он тоже на Shift 2, также летает. Дан, кстати. Уже. Неплохо. Неплохо сыграно. Это последний, да, это последний. Последнее дополнение к последнему. Да, единственное дополнение. Знал, какая пуха топ. Да, РПГ. А, папа, надо будет драться. Надо драться. Конечно, рейндж у него вот с этого не очень, не очень. Сразу видно, сразу видно второго рейндж. И так, а на нолик он что делает? Да мувсеты глянут, что это за говно-то? Где мув? Список движений. Способности не надо. Ямато! Так, ясно, пока ни хера нет. Так, используй для стрельбы. А, это просто обучение, да? Да, я-то использую. Такая. Видно, что это еще не прокачанная, слабенькая, это вам не дам, то что поранили. Умирай. В твоем факе в седьмом вопросе, а не я его составлял, вопрос не ко мне. Это вопросы, ну я передам. Детство дрались, воспоминания, как его Данте зарезал. Он предал меня, я хотел управлять людьми, а он не дал мне это сделать. Вот мразь, вот гад. Сталкер, я думаю, с понедельника у нас будет. Так, что еще? Он очень злой, видите, он прям пиздец какой злой. Я думаю, запустить сталкер, да, там что, чистое небо, да, будет? Так, куда мне? Неплохо. И что-нибудь еще, скорее всего, или God of War пойдем, или Metal Gear Revengeance. Смотрим. Я не могу не успевать без стрима пройти. God of War. Но я думаю, со следующей недели мы уже будем в той комнате сидеть. Я, по крайней мере, так планирую сделать. Сейчас уже обоймы, кстати, все кроют. Уже красивенько получается. Красивенько. Моя эта комната, ну, в воскресенье точно будет готова. Главное, не знаю. А в чем сюжет DLC? Но видишь, ему вырвали сердце, брат его пиздил, и он пошел, вот, упал там к могиле отца, пришел, упал, и вот куда-то провалился. То ли это ад, то ли что. Называется падение Вергилия. Значит, что тут будет про то, что он скатился? Такого я еще не видел. Плохо. Что делать? Скажем так, ни о чем, чувак. Хотя я опять же выбрал самую последнюю. Вот. У ачивочки я давно, кстати, не получал.
Вообще редко за последние два года практически ничего не пользуется. Ё-моё, чё ты такой жёсткий, а? Метро, не знаю, не думал. Ой, ребятки, сейчас я провожу. Так, сорян, надо бы работяг проводить. Поехали. Так, чё, куда? Сюда, не сюда. Так, а, я отсюда упал. Не туда, наверное. Или да, или нет, наверное, да. Ну, конечно, улучшалка есть. А, вон, душа, кстати, валяется. Блин, ну не знаю, мне меч... Конечно, Данте и мувсет, и меч подлиннее, и вообще все подлиннее. А тут какой-то он такой, да. Я думал, наоборот, мощный. Я помню, в четвертом ДМЦ, да, или в каком показывали, Вергилия? Напомните мне, в каком. Слэшер. По-моему, в четвертом, где там он появляется, там куча клоунов на него нападает. Он такой... Вторую концовку... Я три концовки увидел, да. Я посмотрел на типа другие три, там тупо с монолитом меняются, но типа тебе надо всю игру проходить заново. В зависимости от того, что ты сделал. Хорошо. А, в третьем доме, значит. В четвертом нейро. В третьем доме, Вергилий. Я так понимаю, у него жестко горит, конечно, что Данте его опрокинул. Опять плохо слышно. Я просто поклонился. Так, и здесь сразу, кстати, все открыто. И сразу даже могу сюда прилететь. Неплохо. Такие локации. Ну, как последние за банком. Я даже помню раз не ударил. Ростов и горожане. Ну, хрен знает. Ну, естественно, что будет штамповать эти приключения. Возможно, некоторые даже там по пару кривых халявы делать. Ну, все осталось. Не знаю. Я горожане читал. Я там был. Актуально. Понимаешь, это надо как подумать. Ну да, сделай весело, типа там вечеринка, иди всех приглашай, да? Кто-то уже там защищает, говорит, что не так, там, это не фест, это не фанов, это весело. Но в Накс, ну, он таким атмосферным. Блин, я прям удовольствием не знаю, Накс.
Черная гора была эпичная. Там куча этих драконов, все здоровые, какие-то. Много приключений, ну, эти бизнес-следователи, куча туда. Ну, это стоялки. Я боюсь их слышать, что они цепляют. Сейчас я игру сделаю потише. Микшер. Так вот, все, вот, все, все, что я думал. Все, все услышали. Я говорю, я читал про Каражан, я проходил его в актуале. Я не то что трепетно отношусь, но мне он нравится. Мне нравится Тынист, он очень интересный, очень крутой, его история очень крутая. Я все приключения помню, Хэс, какой был атмосферный Накс. Какая была эпичная гора. Ну вот реально там эти здоровые драконы везде. Ну было прикольно. Ну, Лига мне не очень понравилась. Ну, это так. Ну вот то, что я видел, что пухающий медив, там и вечеринка у него весело. И типа забудем обо всем, тут мы в карты играем и так далее. Ну, не знаю, по-моему, нет, какая. Ларафаги точно будут бомбить. 100%. Я уверен, уже бомбят. Эй, как разряжу, ладно, отключится, вторую подключу. Они типа, там Каражан же это. А другие, а Хэса люди говорят, это же Хэс, тут все весело. Ты же так подается, что типа весело, они тут в карты играют, у них мир, тут другая вселенная. Честно, мне не очень. Я бы хотел окунуться в атмосферу Каражана с Медивом, с демоном, с дохлым Роузом и так далее. Так, а куда мне надо-то? Так, Иван, там мне все отлично со ставки. Че я туплю-то? Куда мне идти? Алло. Да. Да я ничего не понимаю, куда мне идти-то, блядь? Нельзя. А, о, все. Поиграв в понедельник, скорее всего, или Metal Gear Rising, или продолжаем God of War, ну, естественно, Сталкер будет чистое небо. Я хочу еще один Сталкер перед отъездом посмотреть. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, ударов нет нихера. Там как котяк двигается. Ничего нет. Так, у меня есть звезда? Нет, ничего нет. Давай, лети ко мне. God of War? Нет, God of War 3 я буду играть, когда PS-ку мы накопим. Я не хочу на 3, хочу перепройти на 4. Блять! Да чего он не притягивается-то?
давай, 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 давай. Оп. Не Outlast. А, ну, если мы перейдем, то Outlast, конечно же. Да. А будут скелеты и коровы. Ну, второй гоф поинтереснее, на самом деле. Ты в опасности. Кто это говорит? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, продырявили. Дыранули меня, пацаны. Так, это первая, да, глава? Ну, тут их всего 6. Мы прям за пару часиков пролетим. Мне интересно, что просто там будет. Ну, и в течение... Что случилось с Вергилием, и как он закончит-то в итоге, после того, как его братки... С! С, блядь! Да никогда С не получал. Даже Б никогда не получал. Вы серьезно? С? Пиздец. У меня или С, или А, или там 2, 2, 3 С, ну никогда не было даже Б. А, это прошлый Вергилий. Still alive. Cat was useful. Useful? Cat saved my life. Virgil, please. Stay out of this! Ну да, как бы он хотел власти, в итоге сказали, иди нахер. Where am I? Как-то так. Подписаться бы только ради того, что отписаться. Попробуй, попробуй. Cat. No, Virgil, stay back! Ёпки. Это что-то, режим ангела. Ладно. Он, знаете, он так как-то странно двигается. То есть он не как Данте начинает рубить прям. А, ну там, наверное, 5 было просто ударов. Я привык, что там 5. Тут у него только 3. Оружия, по-моему, другого никого нет. Никакого. Хотя бы Анна били. Ну, а. А. Пойдет. Какая-то херь катается, поймет, какой-то басак. Я не знаю, это, ну, прям басак-басак или это такой второстепенный. Вы Happy Few? Да сырая она. Да ёб твою...
сырая она. Че ее обсуждать? Я не могу судить пока. Да, они какие-то хлест, не знаю, странные удары, короче. Что, нельзя? Да, о, блин, игра, ну, выживалка. Я не любитель выживалок, вообще, в принципе. Мне был интересен сюжет какой-то, потому что меня заинтересовала тема, что там город, все там счастливы такие, все вообще глупые. Ну и почему это началось вообще, из-за чего и так далее. Но в итоге я ходил 2 часа и стал пройти дальше по кругу. Ах ты! Сейчас на мне котя. Типа. Двигайтесь на правильном портале. А, вот, типа, родина, понятно. Ну да, там еще нет. Ну по сеттингу задумки, текстуры все одни и те же. Графон точно бы, наверное, будет делать. Ну, как бы, не знаю. Фиг его знает, сюжетку я бы точно прошел. Ну, блин, мне не понравилось, что там валюты нет в игре. То есть, если тебе что-то понадобится, ну, пипец. Надо по-любому это что-то искать. Обычно как? Таких, ну, подобных играх. То есть, чтобы, например, так, чтобы тебя туда пройти, надо ключ достать, да? Окей. Подходит чуваку, который ключ, он говорит, я бы тебе дал ключ. Ну, давай-ка ты выполнишь для меня пару заданий. Вот. И он тебя отправляет к чувакам, которым тоже что-то надо, чтобы ты сделал. И так далее. Знаете, такое напоминает то ли беда, то ли что. Ты к одному сходишь, что... Блин. То к другому. И все. Так, тут душа. Там вроде монетки есть, я не видел. Мне не понравился инвентарь. Это пиздец. Это привет 2000 год Deus Ex, реально. Его, ну, его очень трудно предметы искать. Приходится их или как-то... Они все одинакового цвета, там белый или зеленый у всех. И он, тем более, автоматически не складывается. Реально, это сделается. То есть надо, чтобы, например, 8-клеточную вещь поставить, надо тебе освободить для нее место. Автоматически ничего не будет выстраиваться. И это в 2016 году, между прочим. Как-то так. Да не все кучи. Ебо! Как он? Until Dawn, ты будешь проходить целиком или по частям? По частям, я думаю, на 2 или на 3 стрима разбавлю. Не, я тоже думал, что типа Биошока будет там психологически какой-нибудь такой сюжетик, крутой, интересненький. Но мы просто бегали по городу и изучали мир. То есть нам просто дали песочницу. Да. Сука.
5 арены. Подожди, что ты не начал, блин. Я чуть сомневаюсь, что в DLC подвезу. Ну, я так понял, да, это вопрос. Он все так убегает, все такое отличное. Ваши слэшеры, блядь, все время играл. Классно будет. Ребят, я к августу, у нас будет отдельно голосование. Ну, когда я вернусь. Вот после отдыха, где-то числа 10-12, мы проголосуем еще за игры, которые будут на стриме. В первую очередь. Так, крест. Животворящий. Иди ко мне. Так, моя психика, да, все нормально, блин, не такое проходить. Что-то некоторые переживали, что 10 часов играл в этот. Ну. Ой, 5 часов я играл. Да, я бывало и больше играл в игры. Просто поздно было, спать сильно хотел. Для меня была проверка и другая, когда турниры комментировал, бывал с 9 или 10 утра по месту, ну это был пиздец. Я уже под конец, я кое-как держался, чтобы хоть как-то было интересно людям. Кто там постоянно жалуется, что унылые комментаторы. Я там реально уже из последних сил сидел в 10 утра. Ну здесь это мне нахер не надо, никто это не задавал вопросов. Ну да, немного человек спрашивали. Сколько у тебя времени, какие ненавидные американские турниры, начинается просто 12, наверное, даже 3 часа у меня по месту, у меня 12 часов разницы с Америкой. Мачапу, который, знаешь, там четырех руки. Моча, что-то мочу, не помню, мне это не нравится. Что ты не делаешь, не знаю. Ничего. Беру из-за мусор. Нет, не надо. Тебя все слышат, они лучше меня слышат. Я пересматривал вчера запись, когда делал хайлайт, я реально терял, как тебя слышно. Прям все твои рейды, все, что ты говоришь, обсуждали, все слышно. Поэтому все это будет на ютубе, еще уже есть. Отличный микрофон. Да ё-моё, я же отошел. Тоже дадут бейлиться, это да, то много лучше. Что-то с этим приемом не могу разобраться. Какие еще там были прикольные-то, а? Какие были прикольные? А, я всегда тоник, кстати, убивал.
Я просто охеревал, реально, как его можно победить. У меня в голове не укладывалось, что здоровый такой каменный член с глазами. Просто пиздец. И у Брока, помните, был? И как-то его вообще можно победить, я не понимал как. I rescued you from demons, remember? I gave you a home, a reason to live. No, you used me and you betrayed me. Everything you hate me for, it had to be done. Really? You deceived us, Virgil. Me and your brother. Dante, now that's a real man. You're weak. Что-то ему неплохо так по мозгам тут ездит, конечно. А, понятно, это демоны, это типа подстава. Еще игру убавить сейчас. Сейчас. Вот, все, 8% от игры. Так, вторая глава, еще 4. Ну, бэшку дадут, наверное. Я не знаю, как тут начисляется, реально. Это пиздец. Вот просто я не понимаю, как они здесь начисляются. Нет, мне не нужен магазин ваш. Режим ангела и мата. Давай обычный. Удар правосудия. На земле удерживайте. Ага. Пойдет. Вы помните, да, у меня одни эски были в том. Ну, а тут одни... Б. Б, С. Я не разнообразный. Так у меня нету пушек. У меня пушек нет. У меня сраная это. У меня стрелялка и это. И все, могу притягивать, отдалять. Не знаю, Рассенганс, пока не планирую. Ближайший слэшер это, скорее всего, Азура Враз, Байонета, Метал Гир и God of War. Я знаю, как работает начисление, всегда в эсках заканчивал. Одна или две эски за Данте. Потому что там пушек хреново гора. Сколько? Раз, два, четыре, пять пушек. Welcome to hell, brother. I don't have a brother anymore. Q. You know, I was the one running away, living in the slums. You enjoyed a comfortable life. Look who's on top now. You don't belong anywhere. Guess that's why you're here. Well, that and because I killed you. Что-то Данте тут какой-то вообще мудак. Ну убил, брат, убил, ну все, забудь. Вообще, почему к нему тут Данте пристает? Он вообще занимается земными делами. Ну, я вообще понимаю, что это тупо глюки, что это, как бы, ему все это видится, это не настоящий Данте. Настоящий Данте бы вряд ли такое сделал, по-моему. А как же слышишь, с бесконечными боссами, это кто? Это что за, это, ну-ка, расскажи мне, это кто такой? Ну-ка. Кто это? Что за чувак? Режим демона. Развод. Хорошо. Так, а как мне эти демоны включать, я не понял. А, вот так вот. А тут ангел, да? R2, L2, все понятно.
Огромный босс, и там герой постоянно орёт. Так это ж говорю, Азура в раз, я же сказал. Блядь, как он долго там машет, а! Вот, это нормально. Давай, давай, давай! Ёб твою мать, почему тут одни демоны-то, а? Вот это вообще говно полное, на нолик. Так, а, нет, я сюда пришел. Нам вниз надо, туда. Наверное, или нет, или да. А, да, во, вагон. Изи. Нет, сегодня сталкера не будет, сталкер в понедельник. Ребятки, много будет заходить сразу на вопросы про сталкера. Помогайте отвечать, пожалуйста. Ну, будет в понедельник. Прицел, а зачем? Это ж слэшер какой-то прицел. Это невозможно. Но, в принципе, нет смысла от него. Ай, ай, бля, я думал, на вагон надо будет. Так, что мне? Туда, туда? О, звезда. Привет, Манян, отлично, отлично. Проходим ДЛЦ-шку Вергилия. Надо было сразу, кстати, про... стрелять по платформе. Да, блядь, да что такое, а? Нихера не осталось. Нету хпшек, ничего нету. Хотя нет, у меня есть звезда. Так, улучшение. Сначала просто обычный Ямато. В воздухе нет. Хотя, хотя можно. Можно. Можно, можно. Я так понимаю, это только демон и ангел, да? Больше режимов пушки нет. Ну, мне кажется. Судя по времени игры, что тут больше ничего не добавит. Адский круг. О, о! Хорошо, хорошо, адский круг. Ебать.
Да что ж такое, а? Давай. Все, мне пиздец. Мне радио играло, хлопай ресницами, взлетай, да пиздец. Я сам сегодня пересматривал, угорал, сидел, смотрел на этот ужас с этим РПГ сраным. Это пипец просто, ну какой, как он вообще возможно? Что он вот так вот стрелял прям четко в меня, прям вот по некоторым моментам. Ну просто я почти добежал, причем бежал зигзагами, и он чисто в меня попадает, это бред. Да, лучше вот это вообще не подкидывать. А, это девочки что-то хочет. Я слышу кто-то. Аня, ребятки, ну-ка быстро все в чатике плачущего Тима. Тимочка плачет, сидит. Надо поддержать ему. А чё не нажимается-то этот курок? Я пытаюсь. Бля, какой же он даун, это, ребята, это просто пиздец. Он отвратительно просто дерется. Во-первых, у него огромная анимация, его обилок, и во время того, как он так вот замахивается, нельзя ничего делать. Ё-моё, ебать, у меня с него будет гореть, наверное. Он прям вот это очень долгий удар. Саваш, ай. Поэтому дан тут. Да я не удивлен, почему его отпиздил. Он просто нулили. Полнейший. Да за карты захвата, походу, я не знаю, как починить. Хотя я взял специально самую дорогую, за 17-ку карту. Авермедию. Чтоб избежать все неприятности. А в итоге вот так вот получилось. Где я? Вот, то есть три кнопки надо бы зажимать. То есть типа L2 и эти. Ну, ладно, разберемся. Там звезда, но я хер ее возьму. Обойти негде. Блин, надо посмотреть, где эта звезда-то, как по имени Солнца. Типа здесь? Ладно, нигде.
И, кстати, посмотрел скриншоты этого. Зов Припяти или всем там, да. Ничего не выглядит, конечно. Я стараюсь все время удар отходить, но у него очень долгие анимации комбо. Спасибо, Жек. Так, что дальше? Заебись камера. Нормально, ну. Отличная камера. Seems good. Навозники. Ну, хотя бы разобрался, как камбухи мутить. Теперь хотя бы Б, наверное, будем получать. Так, сзади что-нибудь есть? Нет, сзади ничего нет. Вообще, когда его выпустили, я пропустил. Игра же провалилась. Какой нахрен DLC? Ты вообще дал право DLC? Или она вышла, типа, незадолго? Ну, через пару месяцев после релиза основной игры. Coward. Ага, трус. Там Мундуса, Мундус убил, а ты трусом называешь. Давай, давай. Так, еще. Я пытаюсь включить курок, у меня ни хера не получается. Вместе с игрой вышел? Лу. Она не провалилась? Да? Серьезно, не провалилась? А то, что им не дали право на вторую часть? Это ничего? Ничего страшного? И то, что там продажи были херовые, это тоже ничего страшного? Это не провалилось? Не, она мне нравится. Мне по приколу. Я говорю, как есть. Все, вот отобрали права. Может, игра не окупилась. Ну, нахуй не нужна была. Все бомбанули, что-то не наш Данте. Это какой-то школьник. Висячий. Да что ж такое, а?
Metacritic. Да, какая разница, что на Metacritic? Я говорю про продажи. Почитайте. Я же уворачиваюсь. Что ж такое? Читайте новости. Я помню новости читал, когда... Мы съебали, блин. Я пытаюсь, ребят, на R1 уйти, но он просто не дает, блядь. Этот Вергилий, это пиздец. Я привык, конечно, к Данте, но это какой-то кошмар. У меня какие-то странные... Вот этот последний удар, который... Ха! И в сторону. Это пиздец. По продажам даже хуже четвертой части. Ну, это не провал? То, что бал, это хуйня. Баллы. На Кинопоиске и Невскому нормальные баллы иногда рисуют. Так, чё, мы сюда забрались, куда дальше? А, мы сюда. На Вики написано, что разработчики заявили продолжение, и когда это написали? Я читал года полтора назад, что она провалилась. Я не знаю, что сейчас новое вышло, может они перепутали валюту и сказали, а не, нормально продалась. Туда. Бля, сейчас же, по идее, должен быть уже уровень кончится. Сука. Еще забыл сказать. Самое главное, по поводу DLC. Все вам интересно, музыка здесь говно. Я думаю, вы слышали музыку в первой части и здесь. Да я ненавижу слышать такое говно. Вот эту псевдоэпичность, я не знаю. Мне нравится рёк. Что прям рёк был. Сколько можно уже резать его? Got a last comic line, Dante? Or are we all talked out? Good. Вот это нормальная музыка. Спасибо, Макблик. Вот это я понимаю, ДМЦ. Здорово, братик. Как жизнь? Давненько тебе не донатил. Прости, библиотуп. Все, половина прошли DLC-шки. Спасибо, Макблиз. Вы серьезно? Да, блять. Все, идите в жопу, я не буду переигрывать.